Саша точно. Так, казак? Казак, говорит. Долой. Вот, все, открой пальцы, дверь, ногу дальше назад. Дальше ногу. Я могу и так запрыгнуть. Ну, давай. Ага. Крестом. Это называется. Так тоже можно. Да вот там без седла. Давай чуть-чуть. Сейчас свернемся. Не, большая приехать, просто мама. Может съехать. Бери. Ногу дальше. Не, надо это, от песка отойти, а то я сейчас песок просто буду. Так, казакам ничего не мешает. Стоять. Ногу около копыта поставил. Послушай технику. Эту ногу дальше назад. Кристина запрыгнула. Да, за гриву держись. Подтянешься за гриву. И присел. И присел. Прыжок. Хоп. Вот, Лёха. Отлично. Говорит еще. Ближе к полке садимся. На спину никогда не садятся. Мы садимся на спину, ты не садимся. Так. Ну что? Светаем. Форма поедет. Один или второй. Так, обнимаем три раза. Просто я думал, сейчас Слава в галоп пустит. Да, руки в стороны встал. Встал, руки в стороны, встал. Не упирайся руками. Опять сначала обнял. Руки в стороны, мышцы а потом встаем. Руки в стороны, встал. Пять. Не упирайся руками. Кристина вставала без рук. Третий раз давай. Вот сейчас руки в стороны. Во. И еще два раза. Еще два раза. Ну, есть над чем работать. Два раза еще надо понять. Вперед наклон. Раз. Встал. Отлично. Два. И два. Что ты не фотографируешь? Да. Все эти упражнения, они делаются для того, чтобы как-то держаться на лофт за счет внутренней стороны двери. Я-то, я хотел, чтобы меня на лофт не сфоткали. Мы тебя засняли. Ну, он мне сказал, там можно будет снимать. Два. Скинь вид. Так. И три. Так. Отлично. Встал свой колени. Выше колени. Выше еще. Выше. Колени выше. Сюда, все. Сейчас можно закрыть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Медленно раздел, сделал. Второй раз. Три раза. Второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И третий раз. Раз, два, три, четыре, пять. Самое хорошее упражнение. Мышцы тренируют страшной силой. Восемь. Сел. Ну все, проехали. Только спину прямо держи. И главное здесь, смотрите, вот, чем глубже охватываешь ногу, тем ты найдешься. Если вот так поднял ногу, вот все, он уже падает. А глубже ноги охватываешь. Еще пяточки назад не уводим. Пошли. Носочек вверх, пятка вниз. Вот так. И пятки не прижимаем. Руки на пояс. Нет, руки на пояс, спину выпадает. Ну как, Кристина? Нормально, мне понравилось. Вы по фитнес будете ходить? Ой, ну, блин, мне неудобно сюда ездить, просто у меня нет машины своей. Ну ладно. Я с удовольствием ходила. Так нам и надо. Давайте вы. У вас есть машина? Нет. Но и по фитнесу это очень хорошо. Да. Здесь нет перегрузки на сердечную мышцу. Вот что самое важное. Здесь человек садится. Вот у нас есть специалисты, постинфарктная реабилитация. Человек просто сидит на лошади, у него происходит ощущение пульса до 150. А почему? Эмоционально, энергетика лошади. Подняли его наверх. А для того, чтобы вот запустить такой ритм в спортзале, ему надо сколько раз там со скамейки сесть, встать там и так далее. И здесь уже в спортзале риск обострения, скажем. А у нас все дозируемо. Так, давайте.